Закончилась смена на Кировском заводе. После рабочего дня токарь-наладчик Владимир Якумович Карасев встретился со своими товарищами в лаборатории резания. Сегодня он продемонстрировал работу нового резца собственной конструкции. А в это время его жена Ольга Михайловна, контролер ОТК завода, получала в библиотеке новые книги. У Ольги Михайловны еще много дел в этот вечер. Вместе с дочерью и мужем она посетила универмаг. Сегодня семья решила купить обновку Наташи. В отделе «Детский мир» имеется пальто разных фасонов для маленьких покупательниц. В удобной примерочной девочка может хорошо рассмотреть свою обновку. Дома Сережа с нетерпением ждал сестру и родителей. Бабушке очень понравилось Наташино пальто.
Сережа спешит познакомиться с подарками. Приближается час телевизионной передачи. Так заканчивается вечер в семье рабочего Кировского завода. Вечер стоит у двора, маленьким птичкам и маленьким деткам спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Крошка, мой птенчик пригожий, баюшки, баю, баю. Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу твою. Ты не увидишь ни горя, ни мужа,
век. Спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Появились десятки новых малолитражных автомобилей «Москвич». Валентин Белутин одним из первых приобрел новую машину. Старому, хорошо послужившему «Москвичу» приходится уступать дорогу своему более современному собрату. Thank you.
парень был. По пятам за ней ходил, глаз влюбленных не сводил, только нужных слов не находил. Я не знаю, как начать, в общем, значит, так сказать. Нет, не получается опять. И не знал он, как начать, в общем, значит, так сказать. Нет, не получалось опять. Ты совет меня прости, понапрасну не грусти, ты не понимаешь ничего. Если взгляды так нежны, значит, речи не нужны, значит, хватит слова одного. Я не знаю, как начать, в общем, значит, так сказать. Так ведь не получится опять. Если взгляды так нежны, значит, речи не нужны, значит, хватит слова одного. Люблю. Внимание! Внимание! Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья! Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Помним 41-й год, дни великие.
всех испытаний был героем наш народ. И сейчас, как прежде дружно, путь за Сталиным идет. По-геройски выполняя план невиданных работ. Вперед, на перекор не года, чужди на порте людей повьем. Уверен, вот таким народом могуч народ таким дождем. Побеждая все преграды и в работе, и в бою, мы проносим словно знамя песню звонкую свою. И звучит на перенилом широта и хорошо. Наша правда, наша сила, наша смелая душа. Вперед, на перекор не года, дружи на пор сильней повьем. Уверен, вот таким народом могуч народ таким дождем. Уверен, вот таким народом могуч народ таким дождем. Вечер, лунный вечер, теплый ветерок. Помнишь трепет первой встречи, милый мой дружок? На дорожках дремлют тени, шелестит листва. И звучат среди сирени нежные слова. Жизнь моя, судьба моя, любимая, желанная, родная, долгожданная, хорошая моя. Нас с тобой не тронет осень, милый мой дружок. В чистом сердце каждый носит верности зарок. Потому всегда в цветении наш весенний сад первым робким откровением пусть слова звучат. И жизнь моя, судьба моя, любимая, желанная, родная, долгожданная, хорошая моя. Вновь сирени запах юный опьяняет нас, словно этот вечер лунный видим первый раз. Снова радость и надежда входят в жизнь мою, и о юности, как прежде, я тебе пою. И жизнь моя, судьба моя, любимая, желанная, родная, долгожданная, хорошая моя. Родная, долгожданная, хорошая. Звенит.
тут ему, то не море, или по море мчится он в ночную мглу. Ох, едет плюшница ей, едет, едет, едет к ней, едет к плюшнице своей. Вот вдали село большое, сразу пожил мой мщик. Наш первый взвод, пуля нас не тронет, смерть нас не возьмет. Эй, поиграй, гармошка, едет первый взвод, дальняя дорожка, товарищи зовет. Далеко едет ты, дальняя дорожка, товарищи зовет. Thank you.
весь и красы наши любви, черные косы отбиваются, как кораллы разобьют губы, а в очах бессонный океан. Если люба песенкой зальется, на душе ярко и светло. Если люба звонко рассмеется, словно красное солнышко взошло. Люба, любушка, любушка, голубушка, я тебя не в силах позабыть. Люба, любушка, любушка, голубушка, сердцу люба, любушку люби. Но настанет время и для Любы, и кудрявый ласковый такой поцелует Любушкины губы и обнимет нежною рукой. Поглядит он в Любушкины очи, крепко к сердцу Любушку прижмет, и в тиши прозрачной лунной ночи милой Любе милый пропоет. Люба, Любушка, Любушка, голубушка, я тебя не в силах позабыть. Люба, Любушка, Любушка, голубушка, сердцу Люба, Любушку любить. Я тебя не в силах позабыть. Люба, Любушка, Любушка, голубушка, сердцу Люба, да Любушку любить. Знакомы ли вы с Ниной Левиной, монтажницей электролампового завода? Это по ее почину началось соревнование на лучшее использование внутренних резервов производства. Нина занята кропотливым делом — сборкой блоков радиоламп. В каждом блоке 12 мелких хрупких деталей. Собрать за смену 150 ламп – нелегкое дело. Но Нина научилась собирать 225 ламп. Она призвала так работать и своих подруг. Ее уже догоняют две другие Нины – Тузлукова, Егорова и многие другие девушки. Бригада Ольги Бубиковой, где работает Нина Левина, с начала года уже собрала 25 тысяч ламп сверхплана. В соревнования включились еще 120 бригад. Yeah.
Траурный митинг открыл секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев. По поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета министров Союза СССР траурный митинг, посвященный памяти председателя Совета министров Союза СССР и секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина объявляю открытым. Слово предоставляется председателю Совета министров Союза СССР и секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу Георгию Максимилиановичу Маленкову. Дорогие соотечественники, товарищи, друзья, дорогие зарубежные братья, наша партия, советский народ, все человечество понесли тягчайшую, невозвратимую утрату. Окончил свой славный жизненный путь наш учитель и вождь, величайший гений человечества
Иосиф Виссарионович Сталин. В эти тяжелые дни глубокую скорбь советского народа разделяет все передовое и прогрессивное человечество. Дела Сталина будут жить в веках, и благодарные потомки, так же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина. Товарищ Маленков говорит о товарище Сталине как великом продолжателе дела Ленина, неустанно развивавшем ленинское учение, осуществляя которое, товарищ Сталин привел нашу страну к всемирно-исторической победе социализма. Товарищ Маленков говорит о священной обязанности неустанно и всесторонне укреплять советское государство, обеспечивать дальнейшее укрепление единства и дружбы народов, всемерно укреплять могущественные советские вооруженные силы, обеспечение дальнейшего расцвета социалистической родины. Законом для нашей партии и правительства является неотлабная забота о благе народа, о максимальном удовлетворении его материальных и культурных потребностей. Товарищ Маленков говорит о священной обязанности укреплять великую коммунистическую партию, хранить единство партии, укреплять неразрывные связи партии с народом, укреплять лагерь мира, демократии и социализма, вечную, нерушимую братскую дружбу Советского Союза с великим китайским народом, с трудящимися стран народной демократии. Советский Союз проводил и проводит политику сохранения и укрепления мира, международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами. В заключение своей речи товарищ Маленков говорит: «Трудящиеся Советского Союза видят и знают, что наша могучая Родина идет новым успехом. У нас есть все необходимое для построения полного коммунистического общества. С твердой верой в свои неисчерпаемые силы и возможности советский народ творит великое дело строительства коммунизма. В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное движение советского общества к коммунизму. Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин. Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина Сталина!» Выступает первый заместитель председателя Совета Министров Союза СССР Лаврентий Павлович Берия. Дорогие товарищи, друзья, трудно выразить словами чувство великой скорби, которое переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Отметив величайшие исторические заслуги товарища Сталина в деле освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации, в вооружении партии и советского народа, величественной программой строительства коммунизма, товарищ Берия говорит о том, что напрасны расчеты врагов советского государства на то, что понесенная тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Мы должны еще более усилить свою бдительность, как учили нас великие вожди Ленин и Сталин. Могущество советского государства заключается в единстве советского народа, в его доверии к коммунистической партии, к своему советскому правительству. Советский народ
с единодушным одобрением встретил постановление Центрального комитета партии, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР о проведении чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны. И эти решения ярко выражают полное единство и сплоченность в руководстве партией и государством. Товарищ Берия заканчивает свою речь словами. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии руководства, крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество Советского Государства, неизменно хранить верность идеям марксизма, ленинизма. И следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну социализма к коммунизму. Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю, великому Сталину! Выступает первый заместитель председателя Совета министров Союза СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Дорогие товарищи и друзья, в эти дни мы все переживаем тяжелое горе. Кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы и миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили, и который всегда будет жить в наших сердцах. Товарищ Молотов говорит в своей речи о великом значении деятельности товарища Сталина в создании коммунистической партии, советского государства, братского содружества советских народов, в победоносном строительстве социализма, в всемирной исторической победе над фашизмом, в создании всемирного лагеря миролюбивых народов, говорит о том, что товарищ Сталин открыл для нашей страны светлые перспективы для построения коммунистического общества. Далее товарищ Молотов говорит о том, что товарищ Сталин, вся жизнь которого освещена светом великих идей вдохновенного народного борца за коммунизм, не только осуществлял повседневное руководство социалистическим строительством, но и вооружил партии и народ важнейшими открытиями марксистско-ленинской науки, которые на многие годы освещают наше движение вперед к победе коммунизма. Наша партия, следуя заветам великого Сталина, дает нам ясное направление дальнейшей борьбы за великое дело построения коммунизма в нашей стране. Мы должны еще теснее, еще крепче сплотиться вокруг Центрального комитета нашей партии, вокруг советского правительства. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Слава о его великих делах на пользу и счастье нашего народа и трудящихся всего мира будет жить в веках. Да здравствует великое всепобеждающее учение Маркса
Энгельса, Ленина, Сталина. Да здравствует наша могучая социалистическая родина, наш героический советский народ. Да здравствует великая коммунистическая партия Советского Союза. Thank you.
на меня ты не сердись. Если будет в нашей дружбе что-нибудь не так, как нужно, не сердись, на меня ты не сердись. И когда, мой друг, порою от тебя я что-то скрою, не сердись, на меня ты не сердись. Не сердись, на меня ты не сердись. Вдруг со службы я в 6:30 не успею появиться. Не сердись, на меня ты не сердись. Ну, а если я тем более в это время на футболе, не сердись, на меня ты не сердись. Не сердись, на меня ты не сердись. Не могу достать победу, в москвиче к тебе приеду. Не сердись, на меня ты не сердись. Не поедем в оперету, оперет веселых нету. Не сердись, на меня ты не сердись. Не сердись, на меня ты не сердись. На комедию попали, целых 3 часа зевали. Не сердись, на меня ты не сердись. На меня, как говорится, просто не за что сердиться. Не сердись, на меня ты не сердись. Аля опять не видать прежней красной доли. Я чужой, сам не свой. Сохну, как в неволе. А бывал я удал сухарскою тройкой. Поднесусь и зальюсь песенкою бойкой. Не кнутом поведем, только рукавицей. И по пням, по холмам мчат лошадки птицей. Ни с нуждой, ни с бедой молодец не знался. Опивал да гулял, вот и догулялся. Смогу перегнуть как надо. Вожжи врозь, ну хоть брось, экая досада. Ночью днем об одном только помышляю, все по ней, по моей любушке страдаю. Все по ней, по моей любушке страдаю. Где он родине верно служил, где узнал старшина той родимой станицы, где он жизнь молодую прожил. И увидел казак ни колодца, ни хаты, детства памятных мест не узнал. Где стоял его дом, там гигант и экскаватор, а растительный вырыл канал. А станица его переехала вправо там, и
вечере еще краской живут. И над ней провода про колокольную славу, про великую тройку поют. Глядеться не может казак пограничник, под латине бегут поезда. И торжественно светит над клубом станичным золотая, как счастье звезда. Рассветные зори нынче плавно, как лебедь, плывет. По весенней волне, по Цимлянскому морю, из Москвы на Ростов светло. Вечер стоит у двора, маленьким птичкам и маленьким деткам спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Крошка, мой птенчик пригожий, баюшки, баю, баю. Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу твою. Ты не ли не встретишь лихой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Thank you.
выйти из дома, если вам не в радость солнечный денек. Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас, любимый, вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, помните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Настроение не покинет больше вас. La bella signorita, signorita, поехала на свидание барин на селе, прелестное создание ждала на селе. La bella signorita, тари тари тарита, он белый был, а ясно парень на веселе. По селу тихо брел на хозяина сол, и думал осел, вот осел. О любви надо петь, как поет все приличные кореро петь, и огня не жалеть. О любви надо петь, как поет мелодично. Я, к примеру, так, о любви надо петь. Тянулось долго пенье, но она не шла, и лопнуло терпенье даже у осла. La bella signorita, тари-тари-тарита, вдруг всем на удивление запел осел со зла. Тут дама послов шлет убрать двух ослов, что нежных не ведают слов. О любви надо петь, как поет соловьи петь, не сдерось и петь, и от нежности млеть. О любви надо петь, если можно понятнее, и проси так, о
любви надо петь. Пускай пою, пусть летит она по свету, я дарю вам песнету, эту песенку про 5 минут. 5 минут, 5 минут, бой часов раздастся вскоре. 5 минут, 5 минут, помирите те, кто в ссоре. 5 минут, 5 минут, разобраться, если строго, даже в эти 5 минут можно сделать очень много. 5 минут, 5 минут, бой часов раздастся вскоре, помиритесь те, кто в ссоре. На часах у нас 12 без 5, Новый год уже, наверное, в пути. К нам он мчится полным ходом, скоро скажем с Новым годом. На часах 12 без 5. Новый год он не ждет, он у самого порога. 5 минут пробегут, их осталось так немного. Милый друг, поспеши, зря 5 минут не надо, что не сказано, скажи, не откладывая на год. Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, не откладывая на год. 5 минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. Новый год недалек, пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек, без 5 минут он мастер. Без 5. Но ведь 5 минут немного, он на правильном пути, хороша его дорога. 5 минут, так немного, он на правильном пути, хороша его дорога. Пусть подхватит в этот вечер там и тут эту песенку мою про 5 минут. Но пока я песню пела, 5 минут уж пролетело, Новый год! Часы 12 бьют. Thank you.